Одинцовское управление опеки и попечительства устроило еще одного ребенка в семью. Мама от малышки отказалась еще в роддоме. Слишком сложный ребенок с очень слабым здоровьем. Требует особого внимания. Не скрывая радости, новая мама пеленает Полину, чтобы забрать эту кроху в большую, дружную семью. Многие семьи, чувствуя в себе желание и возможность просто помочь ребенку вырасти в семье, как вот, например, та семья, они принимают этих детей, что называется, вот решая проблему ребенка, решая судьбу ребенка, давая ему возможность проживать в семье. После завершения всех формальных вопросов и наставления врачей с маленькой Полиной знакомится все большое семейство. Маленькая Карина вместе со старшей сестрой Кристиной, Рома и Таня. Вячеслав, отец семейства, делится рецептом создания крепкой семьи. Для нас это тот, который нуждается в заботе, нуждается действительно в любви и ту любовь, которую мы можем отдать ему, на самом деле она и нас делает счастливыми. Этот ребенок для Кузнецовых стал шестым. Останавливаться они не собираются. В планах этой по-настоящему героической семьи подарить тепло своего очага еще как минимум трем ребятишкам. Проблемы здоровья, как и любые другие этих родителей, не пугают. Рустем Агишев, Алексей Орлов, телекомпания «Одинцово».